Давай, 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 давай. Коротенькая, но длинная. Давай длинная. Курбатов может его рассказать первую часть. Нет, давай ты. А я не могу даже первую часть рассказать. Рассказывай все. Я не помню. Курбатов, иди сюда. Курбатов, иди сюда. Да голый зареванный Брежнев на льдине в углу океана. Не, все. Я дальше не знаю. Ну чё, чё, давай, давайте, 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 давайте. Да забейте. Короче, пожалуйста, выключи. Ну блин, ну забейте, ну это же прикольно. Ну, потом же будете вспоминать. Нет, не буду. Чё прикольного? Стихотворение называется «Брюлики». Оно очень длинное. Давай. Из него про Брежнева часть прикольная. Так, давай. Дальше идет часть грустная, длинная и не в такой рифму. Она скатывается вот в такую коробочку. Давай любую часть. Я ее не помню, да, я не помню своих стихов. Я, ну, честное слово, ну, тебе, ну, говорю. Ну, ну, люди на ощупь тогда прочитай, ты ее помнишь. Нет, не помню. Люди на ощупь прекраснее, чем звезды. Приятнее, чем звезды. Звезды сплошные скопления пыли. Все. Сколь? Все рано или поздно наебнется, а люди будут есть и были. А люди будут есть и были. Нет, я, конечно же, не помню свои стихи. Единственное стихотворение, которое я помню, это «Сегодня воскресенье, а хлеба в доме нету». Ну что за дом без хлеба? Наверное, и не дом. Все. Это правда чистая.